повертаємось до роботи у студії. Друзі, обіцяв я вам особливого гостя на завершення цієї години. Отже, я радий мати можливість поспілкуватися із сином президента невизнаної Чеченської республіки Ічкерія Аслана Масхадова, спеціальним представником президента Чеченської республіки Ічкерія з особливих важливих доручень Анзором Масхадовим. Оскільки гість наш не до кінця володіє українською мовою, я перейду для спілкування на російську. Вже, вибачте, якщо щось звучатиме не так. Анзор, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос, с которого хотелось бы начать, можно ли считать чеченские войны своеобразными предвестниками того, что происходит сейчас у нас в Украине? Есть ли, по вашему мнению, между этими войнами общие черты и можно ли проводить параллели, даже, я бы сказал, условный знак равенства между Хасавюртскими и Минскими соглашениями? Ну, я скажу, что да, во-первых, это русско-чеченская война, то есть название само «Чеченская война» не подходит. Так же, как сегодняшние события в Украине, война России против Украины, это русско-украинская война. Тут я могу сказать, что события в Ичкерии, на чеченской земле, это было начало, это была репетиция. То есть Россия хотела обратно же захватить все земли, эти республики, то есть Украина, Грузия, чеченская земля, Кавказ полностью. Вот. И это мы называем имперскими амбициями. То есть Россия, Путин, они больны этой амбицией, имперской амбицией. Ну, сходство войны в Ичкерии и войны в Украине, я скажу во всем, как они ее начинали, вот тактика ведения, если можно назвать войной со стороны России, это геноцид украинского народа сегодня происходит. Также происходил геноцид чеченского народа. Убивали мирных жителей. У нас убито более 300 тысяч мирных жителей. Российские оккупанты убили их. И сегодня те же самые российские оккупанты убивают украинцев. Совершается геноцид украинского народа. И это все происходит с навешиванием ярлыков. То есть они говорят, что украинцы это бандиты, бандеровцы, фашисты и так далее. Хотя все они сами это проявляют. И фашизм, и терроризм, и бандитизм, и мародерство. В общем, целый пакет. То же самое и в нашем случае, в войне против Ичкерии. Нас назвали террористами, назвали также бандитами и начали войну против нас. И совершали вот геноцид. Вот такие вот сходства. В информационном пространстве существует миф о некой чести русского офицера. Но после того, что мы увидели в Буче, в Ирпене, в Матыжине, в Мариуполе, в сотнях других городов, то есть не ракетные обстрелы, а непосредственно поведение русского солдата. Можем ли мы сказать, что чести русского солдата не существует как таковой, и так же ли вели себя русские солдаты в Ичкерии в свое время? Нет у них никакой чести. Это бессовестные, бесчеловечные существа, что офицеры, что главнокомандующие, что и солдаты тоже. То, что произошло в этих населенных пунктах, в украинских населенных пунктах, это бессилие, скорее всего. Вот именно они совершают вот такие преступления, когда у них появляется вот это бессилие, когда они не могут ничего сделать в боях, когда они терпят поражение. То же самое и у нас происходило. К примеру, это Самашки, Новые Алды, Старые, Новые Атаги, Мескирюр. То есть буквально почти все населенные пункты были вот так, в общем, убито много, тяжело все это вспоминать, да, было пролито много крови. И
Я помню, мой отец, Аслан Масадов, как-то говорил, что когда русский солдат чувствует себя победителем, он может и тогда совершать вот это, совершать то, что они совершали у нас на чеченской земле. То есть, когда этот русский оккупант чувствует себя победителем и входит в какой-то населенный пункт, и он будет совершать, уже показывать свое истинное лицо этого фашиста и террориста. И, как я сказал, он совершает такие действия, такие преступления от своего бессилия тоже. Кремлевская пропагандистская машина за время, с момента, особенно Первой Чеченской войны, до момента русско-украинской войны, все-таки эволюционировала существенно. Как бы вы оценили влияние пропаганды на то, что происходит сейчас в Украине? Ну, к сожалению, да, у них работает пропаганда, и люди в России верят в это, в их бред и ложь, в эту пропаганду. И в какой-то степени, да, есть люди, находятся люди, я даже не понимаю этого. И никогда не понимал, как можно поддерживать войну, тем более в 21 веке. Но люди в России все-таки поддерживают, отправляют своих сыновей на войну против Украины. Хотя, если так задуматься, что потерял Путин, что потеряла Россия в Украине? Видно же, что они хотят захватить Украину, что российские войска оккупанты, и я вообще абсолютно не понимаю, как мать или отец могут отправлять своих сыновей туда, на чужую землю, воевать против другого народа. Месяц назад украинские народные депутаты предложили признать госсуверенитет Ичкерии. Как вы эту новость восприняли? Конечно, позитивно, и пользуясь вот случаем, я могу сказать, что чтобы Украина, Запад и другие страны признали оккупацию чеченской земли Российской Федерации, а также геноцид чеченского народа со стороны Российской Федерации, а также признать как государство Ичкерию, Чеченскую республику Ичкерию, потому что мы другие люди, мы не русские, мы не россияне, мы хотим свободы для своего народа, независимости, мы боремся по сегодняшний день, мы боремся за это. И я знаю, в один прекрасный день мы придем к этому, когда деоккупируем нашу землю, когда мы обретем эту свободу наконец, и эта свобода будет гарантией безопасности нашего народа. И я хочу еще подчеркнуть, что именно с такой идеей воюют наши чеченские бойцы в Украине против русских оккупантов. Сегодня они воюют за Украину, да, и, конечно же, они уверены, и мы все уверены, что мы тоже обретем свободу, и если, что вот можно сказать, что можно добавить к этому, любая сегодняшняя победа украинских войск, это наша победа, чеченская победа тоже, и любая победа чеченцев, это победа украинцев, и мы должны вместе бороться против этих фашистов и террористов и добиться этой общей победы. Анзор, бытует мнение, что от исхода войны в Украине зависит вероятность следующего этапа освободительной борьбы в Ичкерии. Каковы шансы на ваше мнение? Я уверен, что придет день, и нам, чеченскому народу, придется встать против этих прокремлевских марионеток, против России, и освободиться от всего этого. Я вижу сегодня настроение людей, я встречаюсь с ними, общаюсь с ними, и вижу это настроение, слышу от них, что людям это надоело, люди готовы встать,
Люди хотят сместить этот режим, который позорит, пытается опозорить чеченский народ. И режим, который сегодня установлен этим Путиным в лице Кадырова, сегодня истязается вот так, унижает чеченский народ, пытает, убивает. Вот. Людям это надоело. Мы часто в Украине дифференцируем чеченцев и кадыровцев. Мы правильно делаем? Правильно делаете, да. Мы их чеченцами не считаем. Я считаю их русскими оккупантами и желаю того, то же самое, что пожелал бы русскому оккупанту. Спасибо, Анзор, большое за это короткое интервью, за этот комментарий. З нами на зв'язку був син президента невизнаної Чеченської Республіки Ічкерії Аслана Масхадова, Анзор Масхадов. Друзі, ось така, ось такі...